Сегодня в связи с прогнозом со среды минусовые температуры, сегодня демонтируем наплавной мост через реку Чулым. Откапываем его, снимаем, раскладываем на берегу и производим консервацию, разлюковываем, дефектуем для того, чтобы в весенний период понимать состояние моста и какие ремонтные работы планировать производство. Если ремонт потребуется секции, вы их уже сейчас будете делать? Мы их сейчас будем дефектовать только. Дефектовать и консервировать именно. Убирать влагу из секции для того, чтобы в зимний период там его сохранить. Недостающие секции когда-нибудь появятся здесь? Слово «недостающие» я не понимаю, потому что их всегда было 10. Вроде как не хватает двух. Это домыслы все. Есть акты Росрегистра, это еще начало 2000-х годов. Их было 10 секций, их и сегодня 10 секций. Потом перешли в учет, так как река не судоходная, в ГИМС. На каждую секцию выписан паспорт. Они паспортизированы. Их как было 10, так и есть 10. Их изначально было. Никто их никуда не сдавал в металлолом, не продавал. И постоянно их было 10. Просто весной уровень воды в Чулыме высокий. И у людей мнение, что не достает секций. Вот сегодня мы видим, что их даже как бы излишки. Имеющееся количество достаточно? Достаточно. На протяжении 20 лет эксплуатируется мост и вот с этим количеством секций.